Всех приветствую на канале «Нам по пути». Меня зовут Дмитрий, я из города Красноярска и веду свой блог уже несколько лет про дальнобой. На этом канале вы можете посмотреть ролики про эффективную эксплуатацию автомобилей Scania, Mercedes, как эффективно управлять фурой и экономить на расходе топлива. География маршрутов по Российской Федерации. С вас подписка, с меня контент. Всем удачи на дороге. Ну что, поехали. Парни, всем доброе утро. В общем, проезжаем Лысково. Двигаемся на Москву. Наконец-то мы поехали в рейс. Что, успеем? Нет. Так, немножко по новостям. В общем, пока мы занимались перегоном, мою машину никто не готовил. Получилось, как говорится, все как всегда. Денис ушел в отпуск, машина была не готова. Мало того, что она была не готова, с нее еще и сняли аккумуляторы. Ну, тут немножко, наверное, моя вина в этом. Потому что я ее оставил близко к сервису. То есть, поставил ее возле курилки. Ну, получилось так, что, короче, я приехал. Ее только забрендировали и больше ничего. То есть фары не оклеены были, рации не стояло, тахограф не помененный. Предрейсовая подготовка не сделана. То есть вот я дуты на нее поставил и ее обклеили. И все. Машина простояла, получается, пока я два прицепа гонял, то есть неделю, и ей никто не занимался. Ну и повторюсь, еще и плюс к этому, сняли аккумуляторы, еще и раздербанили ее, с нее зип вытащили. То есть, когда я в Новосибирске эту машину забирал, у меня впереди камера на 60. У меня было все. И домкрат, и баллонник, монтажки, 600 метров. И знак аварийной остановки. То есть все. Все, что в комплекте должно быть, все было. Вот. Короче, аккумуляторы я нашел. То есть аккумуляторы сняли на какую-то машину, которая ехала в рейсе, и у него замкнула банка. Камер нет. Соответственно, увидели ближайший автомобиль. Надо было спрятать ее подальше, на холодный склад угнать. Чтобы, ну, не было соблазна, так скажем. Так как она стояла близко, просто увидели там, как бы, ну, на ней же не написано было, это автомобиль Дмитрия, не трогать его. Короче, сервис увидел ближайшую машину, с которой можно снять. Наши согласовали. Аккумуляторы сняли. Ну, соответственно, я когда приехал, аккумуляторов нет, это не сделано, то не сделано. Ну и опять я, получается, бегал в выходные. То
То есть готовил автомобиль. Можно было уже в субботу стартануть, загрузиться. Мы грузились с субботы на воскресенье в челнах на Москву. Три машины все в одном месте. Вот. Ну и ребята, соответственно, загрузились и уехали. Правда, с задержкой мы все загрузились уже не ночью, а только после обеда в воскресенье. А мне пришлось остаться на базе. То есть я съездил, загрузился и остался на базе, потому что топливных карт не было. Тахограф ошибку выдавал. То есть тахограф в пятницу поставили, но машина без аккумуляторов была. Аккумуляторы сняли с разбитого тягача. Ну, то есть, мне просто интересно, почему сразу у людей не возникла вот эта мысль снять аккумуляторы именно не с, ну, там, с моей машины, да, с новой, а с автомобиля, который стоит в боксе, на котором живые аккумуляторы. Единственное, их надо было, ну, проверить, как бы протестировать, подзарядить. Вот. Нет, у нас получилось. Быстренько любую ближайшую нашли, с нее сняли. Я потом приехал, как бы начал выяснять туда-сюда. Говорю, ну давайте что-нибудь искать. То есть, что, опять с какой-то другой, что ли, снимать? Я говорю, что, неужели нету автомобиля, который, допустим, вот стоит там, не знаю, какую-нибудь запчасть ждет, там еще что-то. Ну вот, соответственно, нашли автомобиль, который попал в ДТП. Вот с нее, получается, проверили, протестировали, подзарядили и поставили аккумуляторы. Нормальные живые аккумуляторы. Инструмент дернули с другой машины. И я так и не выяснил, кто и на какую машину забрал инструмент с моей машины. Это бардак. То есть, ну, вот пока вот это не искоренить, так скажем, да, вот такие самовольные действия, то есть кто-то колонный сказал, ну вот машина стоит, вот с нее забери, у нее аккумуляторов нет, все, она типа тут, блядь, надолго прикурит. Потом в эту машину начинаем комплектовать с другой машиной. То есть на складе баллонников нет, домкратов нет, знаков аварийной остановки нет. Ну вот, соответственно, но зато мой автомобиль никто не забрал. То есть, так скажем, я же озвучивал ВИН автомобиля, что он отвязанный на сотку туда-сюда. И, как говорится, если бы не сняли аккумуляторы, ну это вот все, что не делается, все к лучшему. То есть если бы не сняли аккумуляторы, я знаю, что был риск, что автомобиль бы уехал. Просто кому-нибудь назначили, он быстренько зацепил свой прицеп какой-нибудь, треф, и уехал. Но так как не было аккумуляторов, не было зипа, не было готового предпродажки и так далее, этот автомобиль дождался именно меня и никуда не уехал. Поэтому я особо не расстраиваюсь в том плане, что, ну, это могло реально быть так, потому что машина еще была не распределена, и мог любой колонной дернуть ее по вину в программе, поставить, и машина бы уехала. Вот. В общем, в итоге я, получается, все выходные пробегал, делал предпродажку, опять загонял, ставили рацию. Спасибо, кстати, ребятам, что приехали в выходные, прям на базу, поставили рацию, проверили, все как бы, все четко работает, все отлично. И по рации, по антенне, парни, хочу сказать, что это, ну, многие просто говорят, что типа самая дешевая рация, опять самая дешевая антенна. Нифига, радист сказал, нет, у вас неплохая антенна. Она
как бы нормальных денег стоит и рация хорошая. Поэтому это не самый бюджетный вариант, так скажем, не самый дешман. И ловит она, в принципе, неплохо. Сразу ее настраивают, то есть не просто установка, сразу регулировка. Вот, ну, соответственно, можно было стартануть на выходных, потому что в субботу, в принципе, автомобиль уже был готов, прицеп уже был готов, то есть мы номера на прицеп сами вешали, доски пилили, запаски вешали, благо, вот как бы мы втроем были, я, Сергей и Аркаша, то есть мы, ну, друг другу как бы помогали, вместе пилили, вместе доски таскали, там, запаски катали, все как бы настроили, все нормально. И вот уже получается, мне не хватало, чтобы выехать на выходных, пришлось жить до понедельника, потому что не был готов техосмотр ни на машину, ни на прицеп. Не было транспондера, не было топливных карт. Так, и что-то еще. А, и по тахографу, так как ребята приехали сами и ставили тахограф, и не было аккумулятора, то есть пришлось еще заехать, он две ошибки мне выдавал, получается. 20-ю ошибку, сбой датчика, 20, и 23-я ошибка, что-то там нарушение безопасности, что ли, что-то такое. Тахограф поставили мне с Мана, который на продажу выставили, он красным светится, ну вроде не мешает, нормально. Днем, конечно, тускловато, если солнце, вообще практически ни хрена не видно, но в принципе как бы мне без разницы, главное, чтобы он работал. Вот, поэтому я в понедельник с базы выехал только в 16:00, ну плюс-минус, да, то есть около 4 вечера только выехал с базы. Двигаемся, соответственно, немножко с опозданием. Выгрузка у нас в Чехове. Что еще по новостям? По поводу автомобиля 41-200, у которого стучал мотор. И вот в последнем видео я как бы там немножко создал интригу. То есть комментариев не так много, но скажу, что, в общем, диагноз сидел и ее тестировал именно программой. И это стук не двигателя, то есть это не железо, не мотор. Это именно, так скажем, на программном уровне, скорее всего, будет решаться. Либо, ну, по моему мнению, это обратный клапан. В общем, есть два параметра, то есть система Common Rail, у которой стоит насос высокого давления, соответственно, топливная рампа, в которой общее давление, и, соответственно, уже на форсунке подается, ну, команда на впрыск, и он уже, грубо говоря, делает впрыск. Иногда даже, то есть, ну, там не один впрыск, а несколько впрысков. Ну, ладно, это, что-то отхожу от темы. В общем, есть два параметра. Давление топлива в рампе. Запрашиваемый и фактический. То есть создаваемый, выдаваемый. Так вот, автомобиль, допустим, бортовой компьютер, ну, блок управления двигателем, запрашивает 600 бар. А насос выдает 1700 бар. То есть он выдает слишком высокое давление, которое не нужно. Из-за этого происходит как раз стук мотора. То есть, ну, не мотора, в смысле, вот этот, посторонние звуки. Соответственно, что бы сделал я? Ну, будь частником, да, там, допустим, я бы, конечно, поменял, попробовал обратный клапан. То есть, возможно, это просто обратный клапан, и это механическая ошибка.
Вот. Но ребята сказали, что все данные, в общем, считали, все это там зафиксировали туда-сюда и отправили китайцам на завод рекламацию там или претензию. То есть и уже, соответственно, ждут от завода, что делать. Потому что это гарантийный случай. И сервис сказал, мы уже, если честно, заколебались что-то там делать, манипуляции разные, то это делаем, то делаем, пробуем, то. Ну и, соответственно, как бы эффекта нет. Как вы видели, ну раз 5-6 я ее точно за последние 3 недели тестировал, и как только она прогревалась, стук все равно проявлялся. Вот, поэтому история еще не закончена, но как минимум уже понимаем, что в мотор лезть не надо. Клапана регулировали, но я вчера с Константином встретился, спросил, я говорю, что там, ну какие зазоры были, то есть нормально, ненормально, нужно было регулировать. Он сказал, нет, в принципе все было в нормативе, в допуске, то есть все пучком, можно было не регулировать. Вот. Но зато мы теперь выяснили, что с завода все там четко и до 25 тысяч туда лезть не нужно. То есть по регламенту на 25 тысяч регулировка клапанов предусмотрена. Это вот недавно прислал рекомендацию дилер. Вернее, дистрибьютор, то есть производитель. Вот, как-то так. Поэтому, в общем, у нас все пучком. Погода огонь. Машина готова. На ней стоит последняя прошивка. Машина отвязана до сотки. С Москвы мы будем грузиться на Дальний Восток, либо на Якутию. Одно из двух. Поэтому, парни, уже все, так скажем, тесты, именно то, что она отвязана до 100 км в час. Ладно, ребят, позже включусь. Такие примерно новости. Вчера мы, получается, пятихатку жахнули. На Ирбисе ночевал. По дорожке машина не прошла, блин, списки не подали. Короче, пришлось заплатить 200 рублей. Сегодня он написал колоннику, чтобы подали списки. Так, замучаешься платить. Тем более у нас такой груз, что надо только на платных стоянках стоять. Еще на обратном пути запорные надо делать. Если будет возможность открыть прицеп, то по углам сзади надо что-то, какие-то петли приваривать, чтобы можно было крест на жопе ставить, чтобы не разбивало ворота. То есть крест особо негде поставить. Петель нету ни сверху, ни снизу, по углам, имею в виду. Поэтому прицеп еще надо будет, так скажем, дорабатывать. Ну, я все отрепетировал, то есть тент натянул, давление в шинах 8,5 выставил, уровень пола опустил, прицеп задранный был, потом спойлер отрегулировал. В общем, тачка у нас все технически, так скажем, исправна. Пробег у нас 8000 доходит, вот 7962 километра сейчас пробег. Камер нет. Впереди у нас пробочка. Кстати, парни, я вот в
всегда у меня включен навигатор для того, чтобы я заранее видел повороты по маршруту, допустим, более крутые, там больше 45 градусов, пробки, вот у нас впереди, видите, все красно, уже, соответственно, газовать смысла нет. И антирадар помогает тоже экономить топливо, то есть у меня настроено на максимальную длину, то есть он за 1000 метров уже меня предупреждает о камере. Я, допустим, если еду 80 и у меня впереди камера там, не знаю, на 60, на 50, то, соответственно, я просто сразу же отпускаю газ, и пока попаду в зону действия камеры, я уже, грубо говоря, накатом скорость теряю. Не приходится оттормаживаться. На легковой машине, конечно, метров 300, там 400, по-моему, за глаза, потому что там такой инерции нет, как здесь на фуре. Вот. А здесь как раз вот помогает, так скажем, экономить топливо и навигатор, и антирадар, потому что ты видишь заранее, что у тебя там впереди. Камера, не камера, поворот, затор, там и так далее. Перекресток, кольцо. Ну и, соответственно, уже я лишний раз не оттормаживаюсь. И за счет этого, так скажем, мое предвидение на высоком уровне. Ладно, парни, наверное, уже длинно получилось. Всем удачи на дорогах. Пока-пока. Это, ребята, кафе «Русь». Ну вот, короче, заказали мы рассольничек, салатик, такую вот косичку с ветчиной. Все это нам обошлось 371 рубль. Вот такая вот очередь от самого входа. Но 45 минут у нас есть, поэтому все, приятного мне аппетита. И вам тоже. Кафе «Русь», Мячково. Ну что, парни, отобедали мы, короче. Вот наш красавец Донг Фэнг 977. Бортовой. Короче, видите, прицеп я немножко приотпустил. Спойлер отрегулировал. Ну, так особо ничего не делал. То есть седло нам сместили на одно деление. Под артхаус нормально. Единственное, надо вот поаккуратнее вот с этой штукой. Потому что она, видите, выше по уровню. И можно шмякнуть углом, если выруливать и куда-нибудь в горочку заезжать. Колесо одно балансировали. Блин, било, когда еще гнал с Новосиба. Грузика, видите, нету на этой стороне. Треугольник. Блин, где он? Где-то был нарисован. А, вот он. Видите, нарисован. Есть, то есть здесь грузик должен был стоять. Его ни хрена нет. Отбалансировали, а эффекта, короче, ноль. Надо, наверное, будет все балансировать. То есть едешь, и вот он начинает прыгать. Причем вот уже с прицепом пошел, такое ощущение, что, скорее всего, все-таки это не переднее колесо, а заднее какое-то. Вот он начинает вот так, тык-тык-тык-тык-тык. То есть как будто в резонанс ходит, так бу-бу-бу-бу попрыгает, раз перестанет. Бу-бу-бу попрыгает, блядь, вот именно от 80, от 75 до 87 где-то вот на этой скорости. Некомфортно ехать. Вот. У нас два ящика. Лапы, короче, нам сняли. Сказали,
по гарантии, на гарантию это никак не повлияет. Я вот из-за этой штуки хотел их оставить, но сделали запрос производителю, короче, сказали, что это типа транспортировочные, при транспортировке там на пароме еще где-то на них ставить. Вот так вот у нас подушки, видите, три пальчика получается примерно. То есть надо их опускать, они изначально высоко, и на предпродажке это не делают, имейте в виду, потому что под каждый тягач, как говорится, надо регулировать по-своему, чтобы он был ровно. Если сильно занизить, он накат будет плохой. Если сильно высоко, то к пантусу подъезжать неудобно. Вот эти резинки в пантус не упираются, они выше идут. И я уже видел три прицепа, у которых фонари разбитые. То есть, ну, даже месяца не отходили, короче, и фонари поразбивали. Как раз по причине того, что уровень пола не опускаете, и он начинает упираться не теми местами, пантус. Вот, поэтому отталкивайтесь именно от пантуса. Как вам сделать уровень пола, чтобы его не опускать, не поднимать, когда вы подъезжаете на погрузку. Ну, вот такие пироги. Сзади 087 ВУ, водительское удостоверение. То есть номера вообще легкие, легко запомнить. Переднюю серию я запомнил, потому что у меня есть один хороший знакомый, его зовут Сава, Саварбек ингуш. Вот, поэтому переднюю серию я запомнил. Сав. Ну а заднюю ВУ, водительское удостоверение. Ну, вообще легенько все. Ну вот так вот уже маленько испачкали. Маленько подальше отойду, чтобы спойлер показать. Вот так вот у нас это выглядит. То есть вот опять у меня получается на четверочку, на четвертое отверстие я его зафиксировал. Сильно низко тоже не стал, потому что прицеп далековато. Ну и вот у нас ровненько стоит. Даже хвост немножко низковато. Ну там он в яме немножко стоит, передние две оси, поэтому так и смотрится. А так ровненько идет. Ну ладно, ребят, всем удачи на дорогах. Поехали мы. Люди, которые говорят правду, которые показывают свои чувства, вовсе не слабые, глупые или наивные. Они, наоборот, настолько сильны и уверены в себе, что не нуждаются в масках.